Не двигаться, или я стреляю через стекло. Джонатан – вор, которому некуда бежать. Бандиты хотят его смерти. Ты знаешь, что будет, если он даст показания? ФБР, он нужен живым. Возьмем вертолет. А Джек? Не делай этого. Сигареты убивают. Джек просто хочет, чтобы он заткнулся. Предлагаю вам найти другое средство передвижения. Обожаю ездить поездом. Похоже, предстоит непростая гонка. Кажется, ты сказал, что этот парень будет в самолете. Роберт Де Ниро. Криминальной комедии «Успеть до полуночи». В субботу, 19 февраля, на ТВ-1000 «Экшн».